Путін не має варіантів посилити свою позицію навіть у разі застосування тактичної ядерної зброї. Коли ти погрожуєш, підвищуєш ставки, реалізуєш свої погрози, а ефекту немає, ти стаєш слабкішим. Про це Арсен Аваков повідомив в етері однієї із ізраїльських радіостанцій. Он с момента за последние полгода сменил трех командующих этой войной, да, трех. И один из командующих в какой-то момент времени сказал: слушайте, мы не в состоянии добиться успеха на там, четырех направлениях сразу, давайте их сузим до двух. Да. Теперь вдруг он решил, что нет, давайте вернемся к первой части нашего балета и будем нападать с трех сторон, это отвлечет силы украинцев. Но проблема лишь только в том, что силы украинцев так и так стоят и на границе с Белоруссией, и в Харьковской области стоят. Только теперь наши рубежи значительно более укрепленные. И не могу сказать, что это не будет нам обременительно. Конечно, будет, если будет там второй фронт или третий. Но опять же, это не будет стратегическим там мощнейшим ударом, от которого мы будем потрясены.